В Лабытнанге продолжается всероссийская патриотическая акция «Красная гвоздика». Она стартовала 1 мая и завершится 22 июня в День памяти и скорби. Благотворительный фонд «Память поколений» уже четвертый год подряд проводит ее на всей территории нашей страны. Собрать как можно больше средств для оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий – вот главная цель «Красной гвоздики». Лабытнанцы активно присоединяются к акции. В этот раз волонтеры побывали в городской поликлинике и Сбербанке. Репортаж Дарьи Самородовой. В Лабытнанге гвоздики с 1 мая по 22 июня вручают волонтеры Победы. В хорошую погоду их можно встретить в скверах и на центральных площадях. С коробками, символикой благотворительного фонда добровольцы подходят к каждому прохожему, предлагая за символическую сумму денег купить значок «Красная гвоздика». Спасибо вам, что вы этим занимаетесь. Это здорово, что мы не забываем наших героев. Спасибо большое. Акция «Красная гвоздика» проходит под девизом «Я помню, я помогаю». Мероприятие организовано благотворительным фондом «Память поколений». Его главная цель – сохранить воспоминания о героях. Лабытнанцы присоединяются к акции целыми коллективами. Сегодня волонтеры побывали у медиков городской поликлиники. Это все участники боевых конфликтов, которые нуждаются в нашей помощи и поддержке. Участники акции, прикрепляя памятный символ, рассказывают истории своих предков, которые изучали по семейным архивам. Говорят, забывать о ветеранах нельзя. У меня два деда погибли в Великую Отечественную войну, и, конечно, я всегда их помню, и поэтому помогаю. День памяти, в любом случае, нужно всегда об этом помнить, и чтобы таких конфликтов не было вообще. Поэтому такой день скорби, к которому всегда хочется присоединиться. Наша память, которая коснулась практически каждую семью, в том числе и мою. Поэтому я приняла участие. Я чтю память и очень горжусь своими предками. Значок «Красная гвоздика» – всенародный символ памяти павших героев и благодарности ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Сотрудники Сбербанка, как и все горожане, примут участие в мероприятии 22 июня, в День памяти и скорби. И каждый, пришедший на площадь Победы, прикрепив значок на одежду, может гордо сказать: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам». Акция «Красная гвоздика» проводится с 1 мая по 22 июня. На данный момент реализовано 600 «Красных гвоздик». Данная акция проводится фондом «Память поколений» совместно с волонтерами Победы. Помощь от собранных средств пойдет на высокотехнологичное лечение, помощь ветеранам, ямальским ветеранам в первую очередь. Все 6 боксов для денежных средств опечатаны. 26 июня они пройдут инкассацию, и благотворительность будет передана в фонд «Память поколений». Все собранные средства направят на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам всех войн, в которых принимала участие наша страна. Дарья Самородова, Сергей Антропов, программа «Время местное».